6 июня отдадим котят в хорошие руки. Вон какой прелесть сидит. Вон какой прелесть сидит. Вот, отдадим котят в хорошие руки из Уссурийска. Плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом, плюс 7 914 974 45 45 голосом. Это девочка. Это девочка. Вот. Вот мальчик. Вот мальчик играется. Вот мальчик пушистый, такой, как сибирский, глазки голубенькие. Играется мальчик, вот это играется. Вот он играется. Вот девочка тоже лезет. Вот девочка. Смотрите, какая красивая девочка такая. Трехцветная, говорят, счастье приносит. Это девочка. Это вот кошка Муся с большим интеллектом. Но они не здесь родились. Это я их с работы забрал. Вот это фарт. Не отдам его мелкий. С него все началось. Его первого подкинули. А вот это он мальчик. И вот это мальчик черный. Черный мальчик. У него грудка беленькая такая, как галстучек. Это мальчик. Вот. Это мальчик. Так, вот это вот две девочки. Коричневенькие такие. Разноцветные. Это две девочки. Вон они какие чистенькие, ухоженные такие все. Вот они лазят в такой павильончик. Кого еще забыли? Белый еще где-то спрятался. А вон белый умывается. Это мальчик, тоже мальчик беленький такой. Хвостик у него такой серенький, а так он беленький такой. Вот они все чисто плотные, там умываются, к горшку приученные. Кушают вот человеческую пищу два раза в день. Как на работу уходим, вот картошечка, супчик. Ну, молочко вроде как пьют, там водичка, все. Это Мусин стол. Креветку криль еще прикормил я их, это планктон. Ну, это не обязательно. Все, так что кушают натуральную пищу. Им 29-28 апреля они рождены. Вот, вот такой у них домик. Так что отдадим в хорошие руки. Вот, вот она девочка какая красивая. Вот, отдадим котят в хорошие руки. Ну все, чтобы видео было покороче. Плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом. Они уже все сами кушают и приучены к горшку. Помогай Бог.